Лучший спектакль и лучшая режиссерская работа. Победы в этих номинациях удостоилась постановка «Кроткая» Набережной Челнинского театра кукол. Коллектив представил свой спектакль на 4-м межрегиональном фестивале театров кукол «Золотое колечко», который прошел во Владимире и завершился накануне. Победу челнинцы одержали среди 15 театров кукол со всей России. Напомню, спектакль «Кроткая» по повести Федора Достоевского, премьера этого сезона. Поставил его на сцене Челнинского театра кукол заслуженный деятель искусств Татарстана, режиссер Ильги Зайниев. Также «Кроткую» заявили на фестиваль «Золотая маска». Уже завтра, 24 сентября, спектакль представят членам жюри в Москве.